эта милая дама, это и есть моя невестка Татьяна Александровна Железова. Вот она, да? Вот. Я счастлив от того, что дочка ее, моя внучка, вот, зовут Валерия Железова. И она серьезно хочет стать садоводом. То есть я живу надеждами, что на мне все не закончится, как закончилось на многих. Я помню, был звонок, из Европы позвонили, там у трубки были муж с женой, по голосу очень пожилые. Вот. И они задали, причем из той старой-старой гвардии, они мне задали вопрос: а вы знаете, сейчас, выговора, Вигурова. Я сказал: конечно, знаю, и начал рассказывать. Тут же включился, говорю: да, тот самый, его сад фактически уничтожен. После его смерти пропали такие наработки. Ребята, на том конце кто-то из них заплакал. Понимаете? Только от того, что я, а для него я молодежь. Но это было лет 5 назад. Значит, мне было 65, мне было 67. Я для них молодежь. И то, что вдруг я знал и начал даже подробности рассказывать, кто-то из них заплакал. Понимаете? Вот. Прервалась связь времен. Вот что я хочу сказать. И она сейчас уже практически невосстановима. Так. Ну, в общем, нет, я еще скажу пару слов. Раз. Почему здесь фотография? Это узелок на память. Татьяна Александровна просит, чтобы ее пожалели, и каждый день несколько звонков. Когда вышлете, когда вышлете. Сад никак не, нет, не сбрасывает листья. Питомник не сбрасывает. С листьями посылать не надо. Надо, чтобы все-таки дозрели. Вот. Сегодня у нас 3 октября. Обычно первой декаде высылаем. В этот раз, может быть, будет ближе к середине октября. Но европейца можно не переживать. Там всегда на месяц позже зима начинается. Вот. Главное, что и она вот так вот говорит: да пожалуйста, да не переживайте, да все будет нормально. Но за день душу выматывает. Вот она попросила лишний раз рассказать об этом.